действительно санкции нас коснутся. Это отложенный эффект, так сказать. Понятно, что отрасль будет испытывать некоторые проблемы. Вот. Но тут надо тоже подразделение сделать. Есть понятие Боинга, есть понятие Аэрбаса. С Аэрбасом немножко полегче. Почему? Потому что недавняя делегация, которая съездила у нас в Иран, Иран, оказывается, эти запасные части уже давным-давно производит сам у себя. Поэтому какие-то поставки здесь, это в принципе уже сертифицированные оригинальные запасные части, будем так называть. Поставки с Ирана по Аэрбасам уже осуществляются, насколько мне там известно, из открытых источников. Вот, с Боингом будет, возможно, немножко посложнее.